Привет, народ. Первое видео вроде бы удалось. Коэффициент ложовости не зашкалил. Всего один раз батарейку лампочкой назвал. Решил продолжать. Не так давно понадобились часы. Часы электронные со светящимися цифрами, чтобы ночью спать и видеть. Деньги тратить не хочется, кругом кризис. Хочется экономить и импортозамещать. Лежал у меня давно такой телефончик. Телефончик когда-то очень хороший. В 2009 году он был лидером, по сути дела, смартфонов. Самый дорогой, самый навороченный, с хорошей камерой. А сейчас ничего, кроме хорошей камеры, в нем хорошего не осталось. Слабенький, на операционке Windows Mobile, и операционка так себе, и процессор внутри слабый. Как из него можно сделать часы? Если так на дату нажать, появляются какие-то настройки, сигналы дополнительно, а больших цифр на черном экране не появляется. Есть еще одни часы, тут тоже все мелко и с картой. Поискал я в интернете, нашел программку. Программка отечественного производства. Ссылка будет в описании. Так, устройство, да, установить. Установка успешна. Окей. Закрываем проводник. Кнопка пуск. Появились часики. Часики. Замечательные часики. Настройки по размерам цифр есть. Так, основные чуть поменьше, а второстепенные тоже чуть поменьше. Сохранить. Так, крепиться они будут разъем питания сверху. И опять часы. Вот такие часики. Розовые на черном фоне. Цифры не на весь экран, но вполне достаточные. Так, еще смартфоны всегда выключаются, когда их не трогаешь. Значит, нужно сменить настройки. Настройки по энергопотреблению. Пуст настройки система, аккумулятор, питание от аккумулятора нас не очень интересует, питание от внешнего источника будет. Выключать устройство через 5 минут меняем на не выключать, ничего не делать. И выключать подсветку, убираем галку. Окей, закрываем. Блок питания у нас сохранился. Будет он торчать не очень красивым штырьком сверху. Ну да ладно. В целом корпус симпатичный. Вот так светит. И подарили мне вот такую замечательную прищепку для смартфонов. Ее можно зафиксировать и поставить сюда. Ага, какой-нибудь потоньше можно поставить, а этот нельзя поставить. Ладно, можно поставить вот так. Вот такое получается крепление. На столе стоит ровненько. И все вроде получилось. Вот такие часы. Подписывайтесь на канал. На этом все. Ставьте лайк. Все ссылки будут в описании. Заходите на сайт handymada.ru.
Там можно зарегистрироваться и размещать свои поделки. Присылайте свои ссылки на видеоподелки. Я в своем видеоканале буду собирать все самое интересное. Или все, что размещено на сайте handymada.ru. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До следующего видео.